Культовый продукт – панегирик каменным джунглям, аллегория американской мечты, лаконичность и вселенная в квадрате. Он в фаворе у местных, с ним носятся туристы и даже невыездные по ту сторону пруда мечтают пометить холодильник заветным магнитиком. Так в 1976 году появился всемирно известный логотип. Это не очень сложно нарисовать. Изначально было две версии «I love New York» в одну строчку и «I love New York» в квадратике, чтобы можно было поместить в любом месте. Несколько символов, которые потрясли мир. В 76 году Милтон Глейзер, один из основателей журнала «New York Magazine», росчерком карандаша изменил историю большого яблока. Я взялся за это, поскольку Нью-Йорк был в ужасном психологическом состоянии. Люди уезжали, была высокая преступность. Исчезало чувство, что это невероятное место для жизни. В лихие 70-е, у всех в биографии есть темные пятна, туристов в Нью-Йорке было немного. Город, который никогда не спит, не спал из-за страха. Власти поставили задачу навести порядок и срочным образом развивать туризм. Начать решили с узнаваемого бренда и не прогадали. Если хочется что-то на память о Нью-Йорке, покупаю что-нибудь небольшое. Поэтому люди выбирают «Я люблю Нью-Йорк». Логотип Нью-Йорка в собственности города 40 с лишним лет. Символизм радует глаз, подгоняет бизнес, сносит голову. Лавочки с неофициальным товаром нещадно штрафуют. Официальным магазинам – почет и центр Манхэттена. Или вот эти, или розовые. Вот это официальный логотип города Нью-Йорка. Если бы вы были дизайнером, какой бы вы сделали логотип? Там должна быть статуя свободы, Empire State Building. Okay, that's it? Все? Подожди-ка, ну да, и, конечно же, шар с Times Square. Новый логотип от нью-йоркской полиции. Я бы купил такой логотип у тебя. За доллар. Здрасте. Если бы вы были дизайнером, как бы вы изобразили Нью-Йорк? Новое лого для Нью-Йорка. Вау! Новое лого. У автора узаконенного рисунка тоже была масса вариантов. Первые даже утвердили, но этот набросок затмил все. Ответственный за наплыв туристов департамент коммерции принял его вообще без обсуждения. Последнюю правку Милтон Глейзер внес 11 сентября 2001 года. Появился еще один символ. «Я люблю Нью-Йорк сильнее, чем прежде». Это стало отражением того, что тогда чувствовали люди. Что вы чувствуете, когда видите все это буквально на каждом шагу? Чувствуешь, что тебе это уже не принадлежит. Его повторяют снова и снова репринтами и ремейками, плакатами и граффити. И это признание Нью-Йорку в любви всех видов и расцветок уже давно не про туризм. Особый знак для каждого. Раз и навсегда. Неизгладимая печать в отношениях с городом, в котором бывает очень трудно, но без которого еще труднее.